Здорово, ребят, привет! У нас прошел розыгрыш 5 сертификатов по 5 тысяч рублей, и в команде выиграли 5 человек. Я сейчас сделаю звонки, попробую дозвониться до победителей, потому что я из них знаю только одного человека, и то мы общались, в принципе, только один раз. Итак, я звоню первому победителю, номер 90, Суховерхова, Алина. Набираю, включаю громкую связь, чтобы вы слышали, и ждем ответа. Алло. Алло, здравствуйте, это Алина? Здравствуйте. Алина, вам звонит Лилия Донскова из компании «Сибирское здоровье». Вы меня знаете? Слышали? Слышь. Да, но только можно попросить вас в 12, извините, на работе. Да, я прям... Или если кратенько. Я прям кратенько, да, Хорошо. я хочу вас поздравить. Вы выиграли сегодня в розыгрыше сертификатов на 5 тысяч на спа-программу. Ой, как здорово. Спасибо большое. Круто? Ой, я прям очень рада, да, неожиданно даже. Классно, классно, отлично. Алина, скажите, а вы у кого в команде? Анна Быкова. А кто вас прям пригласил? Вы же стоящий спонсор. Наталья Бостоногова. А, Быстоногова, вот. То есть Да, спонсор это или Алина. Алина даже. Я Отлично. уже знаю. Ага, хорошо. Здорово. А скажите, а вы раньше выигрывали? Ну да, чуть-чуть Ага. не прям, но, честно говоря, тоже здесь же. Да? Да, Как... только у Натальи, у Алины. Здорово. Смотрите, какой вы везунчик. Вообще классно. Ну что, я вам желаю, пусть почаще везет. А вы мне вот на этот номер пришлите смс-кой, куда вам перевести 5 тысяч рублей, а от вас обязательно фотоотчет, что взяла себе сертификат, использовала фотки из спа-салона, то есть сходить и прям кайфануть на всю катушку. Я попозже видео выложу, где я рассказала, как это важно использовать сертификат именно на свое тело, да, проявить любовь к себе. Спасибо. Хорошо? А я должна вам номер телефона сейчас выслать? Не, мне вот куда вам перевести деньги? Ну, может быть, номер телефона, к которому карта привязана. Если вот к этому, то вы можете сказать, вот к этому привязана карта. К этому. А какая карта? Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк. Альфа. Альфа-банк. Ага. Все, я тогда попозже переведу и вам пришлю это подтверждение в WhatsApp. Ага. А Хорошо. какие планы в Спасибо. сибирском здоровье? Какие планы? Планы, конечно, всегда Наполеона, если уж там говорить. Молодец, меня радует. Да, Хорошо. пока дверь закрываю, но я только-только начала. Вот. Пока у меня цель клуб 200, как продержаться, а дальше больше, надеюсь. Отлично. Я желаю успехов. Мой номер тоже нужно сохранить. И если будут какие-то вопросы, да, может быть, захочется какой-то там серьезной консультации, да, может, бывает такой затык какой-то, можно написать мне, мы договоримся о времени и свяжемся. Хорошо? Отлично, Ну, да, спасибо. все, Алиночка, поздравляю вас еще раз. Рада Спасибо очень, большое. да, это круто. Прям оторвитесь по полной. Все, счастливо. Пока-пока. Круто, да? Вообще так приятно, чувствую себя немножко волшебником. Так, следующий номер. Номер 138. Ищу его в списках. То есть мне же надо каждый номер добавить, чтобы его сделать звоночек. Так, следующий у нас Гравина Анна. Сейчас я перейду к ней. Так, 8. Так, как это сделать? +7. Вот, создать контакт. Сейчас я быстренько, подождите секундочку. Это просто очень важно. Я всегда делаю все, чтобы было порядок. Сохраняй номер. Пишу себе всегда к буковке СВ, чтобы понимать, что это человек из моей команды, из сибирского здоровья. Ну что, звоним Гравиной Анне. Ох, опасно.
меня все цветочки так вкусно пахнут, куда мы их поставить, чтобы вы видели тоже. Пока не берет. Чтобы меня лучше было видно. Так, ладно, уже не как по этикету, да, мы больше не звоним. Значит, я ставлю себе вопросительный знак и спешу с человеком. Следующий это Бачилова Ольга. Ольга, это мой партнер. Так, какой у нее номер? Сейчас я посмотрю, подождите секундочку. Потому что у меня два ее телефона забиты. Так, на вот этот. Угу. Звоним Ольге. Что же это? Какое приятное событие. А вы часто выигрываете? А вы любите, когда вам дарят подарки или сюрпризы, да? Это классно так вообще. Алло. Алло, Оля, Алло. здравствуйте. Это Лилия Донскова. Здравствуйте. Оля, привет. Удобно Слушаю вас. говорить вам? Да. Давно не слышались. Как вы поживаете? Нормально. Все хорошо? А как вы думаете, почему я вдруг решила вам позвонить? Не знаю даже, Лиля. Даже предположений никаких нет? Нет. Нет? Оля, я звоню поздравить, потому что вы выиграли у меня в розыгрыше сертификат на 5000 на спа-программу. Да вы что? Да. Наверное, у меня не получится. Я живу не в городе, и у нас нету таких Значит, посетителей. вы потратите эти деньги на что-то себе приятное максимально. Может быть, в кафе сходите или купите себе что-то классное. Просто потратьте деньги на себя. Да, хотелось бы, чтобы это была, конечно, спа-программа, но я понимаю, что иногда бывает такое, что нет возможности, ничего страшного. Вы рады? Круто? Конечно, я даже не ожидала, Ну, честно говоря. да, участников было 247 человек, а сертификатов 5. И выиграть среди такого количества, это, конечно, очень круто. Оля, а вы часто выигрываете? Не часто. Не часто? Оля, Нет. да, Оль, ну круто, я вам переведу деньги, вы мне скажите, куда нужно перевести? Вот к этому номеру карта привязана? К Да, это этому... 1591, да, Да, последняя да, карта. да, да. Да, Лилия, это карта, А да. какой банк? Сбербанк. Сбербанк. Ага, хорошо. Вот, тогда что нужно будет? Я переведу деньги, а вы мне предоставите фотоотчет. На что потратила? Или рассказ, да, я сходила туда-то, или если пошла в кафе, в ресторан, то сфотографироваться. То есть это очень обязательно важно и в чате скинуть. У нас есть чат «Инкубатор роста», а вы же там есть, по-моему, да? Ну Вот, в этом чате, да, эмоции свои, радость и, конечно же, фотоотчет. Оля, у меня такой вопрос. Вы уже долго у нас в команде, мне кажется, уже больше года, и активно пользуетесь продукцией. Вам нравится продукция? продукция мне нравится. Ух, А результаты есть? даже. Ну, конечно, у меня просто, знаете, я в основном заберу БАДы. Потому что у нас уже и возраст, и тут у меня супруг после инсульта, и я вот беру в основном БАДы для Ага. поддержания здоровья. Молодец. Результаты хорошие? Да, поддерживаем себя хорошие. Молодец, Нормально. Нет. молодец. Оля, а еще такой вопрос. Мы, помню, вначале разговаривали, и вы как-то вот, ну, по поводу того, чтобы развивать бизнес, у вас как-то, ну, не было тогда еще вот этого настроя, желания. А как сейчас? Может быть, появилось что-то? Я не могу, чтобы, ну как,
команду какую-то собрать, в интернете работать. Я это не могу. Я не умею и ну, нет у меня такого, чтобы я не могу там на публику выступать. Я не могу там, ну, как-то, наверное, не привыкла, и я вот у меня какой-то страх, у меня какое-то, ну что, не получится, стесняюсь, вот так. Ага, бывает такое тоже. Но у нас же есть вот разные методы работы, есть такие варианты, когда можно без проявленности, то есть не снимать себя, не выходить в эфир, не вести соцсети. У нас есть такой классный метод работы через ведение клиентского чата, и очень многие женщины, и очень много взрослых, и пенсионеры прям в восторге от этого метода, потому что они тоже, знаете, люди того еще до времени, они не готовы делать какие-то шаги, вот как блогеры. А вести клиентский чат очень удобно, и можно там, да, не сильно-то активничать, и немного времени занимает. Хотите, я вас в обучение в это добавлю? Посмотрите, попробуйте, вдруг пойдет. Ну, там же надо будет что-то, какие-то отчеты вам отсылать, что я сделала там, или Нет, нет. просто прослушать. Все прослушать, да, и подумать, может быть, этот метод как раз подойдет, а может быть, нет. Но, по крайней мере, мы уже будем понимать, что нет смысла, да, дальше двигаться. Или наоборот, так понравится, что за уши не оттянешь. Отлично. Все, я тогда чуть-чуть попозже. Да, сейчас всех обзвоню. Сделаю перевод и попозже добавлю в чат. Ладно? Он будет, я скину Хорошо, ссылочку, как его найти. Все, хорошо. Олечка, я еще раз поздравляю, обнимаю, благодарю Спасибо за участие, за активность. Вы такая молодец. Вам всех благ и крепкого здоровья. большое. Спасибо, спасибо большое, Лиля. Да, Спасибо. всего доброго. Блин, так приятно, я не могу просто. Ой, еще два у меня. Человечка, сейчас я найду номер 201. Так, одной девочке мы не дозвонились. А то некоторые, знаете, как думают, что розыгрыши это все подстроено. А видите как? Все, генератор случайных чисел. Так, имя Злиман у девушки. Ни разу такое имя не слышала, представляете? Так, номер. Звонить. Сейчас я сохраню номер. Прям секундочку, чтобы потом не возвращаться к этому моменту. Заодно с командой знакомлюсь. Знаете, сегодня, наверное, такой удивительный был розыгрыш, когда я знаю из 5 участников только одного, остальных я не знаю. И мне очень нравится, что у меня команда настолько огромная, уже я людей не знаю, они сами друг друга обучают, вводят в систему, сопровождают, общаются. Это так круто, ребят. Это вот прям мечта сетевика, иметь такую систему, где вот все, вот как, знаете, одно за другое, да, как жемчужинки нанизываешь на нити, получается как прекрасное ожерелье. И вот май, он был такой для бизнеса, для любого бизнеса, это был сложный месяц, наверное, только туризм в это время, да, взорвался. Потому что май – это месяц праздников, месяц выходных больших, месяц выпускных в садиках, в школах, да, там все вот такой бум. И еще у меня 8 дней не было дома, мы уезжали в Стамбул с Михаилом, летали на отдых. И я на отдыхе, конечно же, не всегда была в телефоне, и поэтому я хочу сказать, как это круто, что бизнес работает без меня. Это очень мощно. Это настолько показательно, что вот я год, да, я в год вкалывала, я год вкладывалась в работу, и сейчас получаю такую классную отдачу в виде вот этой невероятной, мощной команды людей, которые заряжены на успех, которые знают, чего они хотят и знают, что нужно делать. И у людей есть инструменты, самое главное. Я просто в восторге. Скажите же, это мечта. Кто вот будет меня смотреть? Пишите в комментариях, обратную связь. Так, звоним. Злиман. Первый раз буду слышать человека. Алло. Алло, здравствуйте, это Злиман. Здравствуйте. Да. Меня зовут Лилия Донскова. Вы меня знаете? Наверное. Сибирское здоровье. Вы в моей команде.
Не слышали про меня? Мне просто сейчас не очень удобно говорить, я на работе. А я минуточку одну, прям одну минуточку, потому что я звоню вас поздравить. Вы участвовали в розыгрыше 5 сертификатов на СПА-программу. Помните? Ну, Да? честно говоря, не очень. Не... Наверное. Интересно. Потому что много работы, вообще очень загружен, даже иногда ничего не отслеживаю. Ага, хорошо. Ну, я вас поздравляю, вы выиграли Спасибо. сертификат. Да, вы мне скажите, а у вас карта к какому номеру привязана, на который я звоню? Ну да. Отлично. А карта какого банка? Давайте я попозже перезвоню, мне сейчас абсолютно некогда. А, ну хорошо. Перезвоните только обязательно, чтобы я понимала, куда пере... Ну, бывает. Такое тоже бывает. Так, и еще один номер. Так, ищем, ищем в списках. А так хотелось поговорить, послушать эту эмоцию, радость. Иногда люди, вот видите, как просто, ну да, ну что такого, я сделала заказ. Что, за это еще 5 тысяч сертификат на спа? А что, так можно было? Знаете, я вчера проводила встречу домашнюю. И у меня одна девочка, я так смеялась, она все время включала ролик, где чувак говорит: «А что, так можно было?» Мы так смеялись. И, ну, естественно, да, я проводила презентацию бизнеса, рассказывала про то, как устроена система, про то, как мы зарабатываем, как выйти на доход. Но это, конечно, это круто. Так, мы звоним Светлане Ахметовой. Внимание, внимание. Динамик. Себе делаю пометки, чтобы не забыть. Алло, здравствуйте, это Светлана? Да, Светлана, меня зовут Лилия Донскова из компании «Сибирское здоровье». А вы знаете про меня, что вы у меня в команде? Отлично. А вы знаете, почему я вам звоню? Нет. А вы участвовали в розыгрыше, который я объявляла в команде, 5 сертификатов на СПА-программу? Вы выиграли, поэтому я вам и звоню. Вы рады? Круто. А вы часто выигрываете? Вы часто выигрываете? Ну, у вас второй раз получается. Ого! А что вы уже выигрывали? 1000 рублей, как-то тоже. Ух ты, слушайте, так у вас счастливая рука. Обалдеть, Светлан, я поздравляю от души. А скажите, а у вас какой ранг, может быть, да, я просто не всю команду знаю. Вы на каком сейчас уровне в команде? Ну, я пока еще только вот пришла, как бы несколько месяцев. Ага. Делаю свои 200 баллов, как-то так, тихонечко пока. Ага. А планы есть? Бизнес строить, развиваться? Ну, пока чуть-чуть времени не хватает, но дальше хотелось бы, да. Отлично. Скажите, куда вам перевести деньги? У вас к этому номеру привязана карта? Так, вы мне, наверное, звоните. Нет, на другой номер. Тогда мне нужно будет, чтобы вы мне прислали, вот у меня этот номер, вы сохраните, или смс-кой мне напишите, или где-то там WhatsApp, Telegram, напишите мне номер, к которому у вас привязана карта, и какая карта. Потому что иногда бывает, начинаешь отправлять перевод, а там вылазит 3 карты, и думаешь, а на какую же тыкнуть? Чтобы я точно Хорошо. знала, да, чтобы вы получили деньги. И посмотрите видео, я сейчас выгружу ролик, как проходил розыгрыш, да, я там вначале сказала очень важные слова, почему важно эти деньги потратить именно на себя, на спа-программу, пойти отдохнуть, насладиться, просто дать подарок своему телу, тем более, что это действительно крутой подарок от вышестоящего наставника. Конечно, вообще супер. Классно. Я вас поздравляю, я вам желаю, чтобы у вас с этой компанией сложилась любовь больше, чем просто продукция, чтобы у вас здесь получилось развить свою команду,
свой бизнес, начать зарабатывать и выйти на классные доходы, чтобы просто, аж, знаете, как было, что так можно было, да? Чтобы все было классно. А вы кем работаете, Светлана? Я оператором Оператор. Да, ну, работаю. что я вам хочу сказать? Все в ваших руках. У нас есть классное обучение. Я вам рекомендую пройти, вникнуть, разобраться. И пусть даже на это потребуется какое-то время, я думаю, оно того стоит. Ну все, свое время тихонько, я думаю, все получится. Круто. Хорошо, спасибо огромное вам за участие, Это вам за то, что вы в спасибо. моей команде. Я ценю каждого партнера, мне каждый дорог, и я рада, что вот мы благодаря такому случаю приятному познакомились. Спасибо, очень приятно было вас Спасибо. услышать. Спасибо. Все, я жду от вас сообщения, не забудьте. Все хорошо, скоро начнем. Хорошо, спасибо. Пока-пока, хорошего, продуктивного дня. Вам тоже спасибо. До Спасибо. свидания. Классно. Ну, пусть даже три человека мы обзвонили. Даже четыре, получается. У нас только один недозвон. Один недозвон Ане. Ну, я думаю, мы с ней... Я сейчас ей напишу, и мы попозже с ней свяжемся. Ребят, я вам всем желаю крутых вообще изменений в жизни, веры в себя. И знаете, что в сетевом очень круто. Важно выбрать правильную компанию, в которой действительно и платят деньги, и есть крутая команда, есть система, которую попадает, и ты просто выходишь на новый уровень с каждый месяц. Есть такое расширение, рост, развитие просто невероятное. Я каждый день благодарю себя за этот выбор. И это каждый день уже 1,5 года, да, у меня в конце мая было ровно, а, год и 5 месяцев, еще нет 1,5 года, в июне будет. Год и 5 месяцев я просто наслаждаюсь, то, что я пришла в эту команду и в эту компанию. Продукт классный, маркетинг классный, компания шикарная, вот все сложилось, знаете, как пазлы сложились, все круто. Я даже не знаю, что можно было, да, пожелать лучшего, насколько я сейчас отдаю себе отчет, что все просто идеально. Ну что, до новых встреч, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. С вами была Донскова. Пока-пока.